Счастья, любви не добьешься. Ну тогда скажите, как достичь его? Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, друзья. Юрий, у вас была собака в детстве? Да, звали Дозором. Нет, две собаки было. Дозор. С ней очень неприятное произошло. И Альма, овчарка. Альма. У меня собаки не было. Вот сегодня поговорим про канистерапию. Что такое канистерапия, чем она полезна? Тема эфира. Канистерапия, помощь четвероногого друга. Прежде чем мы начнем, расскажите вообще, что это такое для слушателей. Ну, канистерапия... Ну, слово-то не нашинское, да, и оно двухсоставное. Канис — это латинское слово, что в переводе означает собака, и, ну, слово терапия — это греческое слово, означает лечение. То есть это вот такой термин, когда заводят собак, их не просто используют для развлечения, для того, чтобы кто-то был, а именно вот такая узкопрофессиональная направленность, да, для того, чтобы человека восстановить, для того, чтобы человека лечить. И это, кстати говоря, очень и очень здорово, потому что собака вот в этом плане настоящий друг человека. И хорошо бы, если бы вот канистерапия, она была бы распространена более-более массово. У нас, мне кажется, таких центров практически очень мало. Я даже вот не знаю, в Москве есть ли такой центр или нет. Но зато очень много домашних животных находится в московских квартирах. Ну, домашних животных много находится в московских квартирах, но дело в том, ведь когда заводишь животное, это же не должно быть игрушкой, развлечением, потому что я думаю, что порой домашние животные это вот как-то берут, как развлечение, как что-то, вот, что вот как-то скрашивает досуг. У моей жены родственница в Самаре, она занимается помощью одному приюту для собак. Там есть приют в Самаре. Александр Васильев там периодически приезжает туда, фотографирует с этими собачушками. Ну, для того, чтобы пристроить этих собак к новым хозяям. Вот недавно она говорила о том, что кавказца такого громадного, вот, ну, ему не стало места, вот. Его привезли в приют, потому что он стал ненужным. Это громадная умная собака, она охранник. Он охранник, и он, у него прекрасная память и так далее. Вот эта собака становится ненужной. Это, конечно, грустно. Понимаешь, это грустно, и, к сожалению, вот к другам меньше мы так вот относимся. И когда люди переезжают, или когда собака начинает там болеть, и просто выбрасывают. Или ребенку купили, ребенку надоело, и собаку на улицу отвезли куда-то за 10 километров и выбросили ее, и она никому не нужна. А ведь собаки-то они умные животные, они очень много-много запоминают, страдают, впитывают, и потом, ну, правда, страдают впоследствии, очень скучают. Друзья, тема эфира «Канистерапия». Пишите нам комментарии к видеотрансляции, сообщения на сайт teos.fm. Рассказывайте ваши истории. Есть ли у вас домашние животные? Как вы к ним относитесь? Ну, если вам не сложно об этом рассказать, потому что вдруг кто-то сейчас узнал себя вот в этой ужасной истории, которую Юрий рассказал. Пишите нам. Будет интересно узнать ваше мнение по поводу домашних животных. Есть вообще активисты, которые считают, что не нужно... Ну, скажем так, тех, которых уже приручили, которые действительно домашние, боятся улицы, тут вариантов нет, нужно воспитывать дома. А в целом, в будущем, животные должны жить на воле, в естественной среде. Вот есть даже такие активисты. Ну, есть активисты разные. Дело в том, что есть разные собаки, а одним собакам нужна комнатная температура, и нужно, чтобы вот они были дома, они очень привязаны к хозяевам, ну, это как игрушечки такие. А есть собаки охотничьи. Борзые русские, с которыми нужно бегать, носиться, или таксы, которым нужно по норам там за лицами бегать. И это вот когда выбираешь собаку, нужно... Вообще, если вот мы пока... собакотерапия, уж по-русски уж будем говорить, чтобы это было более понятно для наших радиослушателей. То есть мы придем сейчас к этому. Но дело в том, что вот когда вы выбираете себе питомца, в частности собаку, вот помните, что собака — это, во-первых, не забава. Во-вторых, от породы, от типа собаки нужно отталкиваться, потому что ведь поймите, что собаки, если она, например, она предназначена для того, чтобы бегать, и если она не будет это делать, она начнет у вас болеть. Да, мне всегда так жаль, когда я вижу, что никого не хочу обидеть, но грузные тетечки или дядечки выгуливают хаски. Хаски нужно пробегать 15 километров минимум в день. Если вы не будете бегать с ней, то дайте ее на дрессировку. Если у вас нет денег на дрессировку, ну зачем вы мучаете бедную эту собаку? Ну вот поэтому нужно быть очень внимательными, друзья. И, конечно, ведь, ну поймите, что если нас вот... Нам всем нравится сауна, но мы же не можем жить при температуре 100 градусов. Мы же быстро там загнемся, если нас поместить в 100-градусную жару. Ну, наверное, первые 30 минут нам будет хорошо, нас веничком попарят, но мы не можем. Вот, и вот порой собаки, они когда попадают в такую вот среду, они не предназначены для этого. Они еще быстро погибают. Они также болеют. Вот недавно у моих знакомых собака умерла от рака. Там, ну, как-то внутренность была поражена раковой опухолью. И очень страдания были громадные, большие, потому что, ну, собака становится членом семьи, собака становится другом, к собаке привыкают и так далее. И, ну, вы же, наверное, хотите, чтобы вашему питомцу было хорошо. Ну, поэтому изучите этот вопрос. Ну, не просто огульно подходите к этому. Ну, посмотрите. Вот понятно, что вот вы идете, и вам понравилась вот такая собака. Ну, это хорошо, что у вас есть эстетическое желание, чтобы вот так, именно такая собака была в вашем окружении. Ну, пожалуйста, забейте в интернет, сейчас нет проблемы. Сходите в питомник, сходите вообще в какой-то клуб, где разводят собак. Все узнаете, уточните, подготовьтесь. Вот когда ребенка в семью вот заводят ребенка, слово такое не очень хорошее, но вот планирует ребенка, то мы готовимся к этому событию. Мы же все покупаем, мы все узнаем, мы все делаем. Но, да, понятно, что я не равняю на один уровень собаку и человека, но так или иначе, творение Божье, и надо к этому относиться достаточно серьезно и щепетильно, я бы сказал. У нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Это Владимир. Да, здравствуйте, Владимир. Ой, тут перебивает голос. Ну ладно. Это... Вот я, например, бы с удовольствием... Собаку... У меня была собака, да, мы на улице, так сказать, на улице подобрали. Да, она померла, да. Вот, ну, вы знаете, кот есть. Но собаку я бы с удовольствием бы еще заимел бы, да. Но дело в том, что собаке нужно движение, понимаете? А я жил в многоквартирном доме, да. Как она будет сюда до ночи лежать здесь? Ей же нужно двигаться. Вот если бы был частный дом, я считаю, что только у кого есть частный дом, там, с участком, так сказать, приусадебно, кто-то имеет право заводить собаку, понимаете, чтобы в любое время могла выбежать, побегать, там, дерево, чтобы попрыгать, там. Вот большое спасибо большое за ваш комментарий. Ну, я уже об этом сказал. Я сказал о том, что в зависимости от породы собак ей нужны определенные условия. То есть есть собаки, которым нужно жить на улице, есть собаки, которые вообще вот маленькие комнатные собачки. Мопс, например, он да, больше 2 километров, если в день проходит, вот, все, у него уж сердце разрывается. Сердце разрывается. Есть собаки, которые вообще с рук не свозят. Поэтому есть домашние собачки, выведенные специально, которые даже... Есть девушки, которые покупают таких собачек, красят им ногти, лакируют зубы, в общем, все такое. Это тоже какое-то извращение, ну ладно. Но это вот такое отношение. То есть вот я к чему говорю? То есть вот для определенной нужды есть такой питомец. Если вы хотите, надо же овчарку держать на 9-м этаже. И никуда ее не выпускать. Во-первых, вы задохнетесь, но, во-вторых, овчарке же нужно бегать, да, ей, правильно наш радиослушатель сказал, что нужно ей пространство, нужно движение и так далее. Ну зачем мучить тогда животное? У нас есть сообщение. Анна пишет, ходили в хаски-центр, реально вышли из вольера умиротворенные, довольные и счастливые. Заходишь в вольер, а к тебе подбегает много-много пушистиков, лижут ноги, нюхают, хотят, чтобы их погладили. Обалденное ощущение. Собаку не завожу, так как за ней нужен уход, дрессировка, режим прогулки, лучше кошка. Ну, опять, это все зависит. Вот поймите, что кошка — это больше эстетика, а собака — это лечение. Это там, я думаю, что с собакой складываются более глубокие отношения, но на мой взгляд, чем с кошкой. Все-таки кошка — это такое независимое животное, которое гуляет сама по себе. Это хозяйка или хозяин квартиры. Его надо умиротворять, его нужно причесывать, гладить, и тогда, когда он хочет. Это кошки такие, а собаки — это все-таки они другие. И, естественно, что собака, она больше дает терапии. Хотя... Вы собачник, наверное, да? Да, наверное. Но хотя кошки это тоже особая стезя. Я знаю кошатников, которые любят своих питомцев, они готовы их целовать, готовы их обнимать, готовы их гладить. И естественно, что кошка, которая взбирается на коленки, когда ты приходишь с работы, весь уставший такой. И вот это вот особый трепет возникает, когда кот или кошка начинает мурлыкать. Вот это не мурлыкать, или она начинает как-то мурлыкать. Да, мурлыкать. Да. Вот что-то такое внутриутробный приятный звук, который она издает. Это, друзья, дорогого стоит. И ваша нервная система, ваше давление внутричерепное не только, оно как-то нивелируется, и оно приходит в норму. Вы успокаиваетесь, и вы уже готовы, чтобы и ужин приготовить, и мужа встретить, картошку почистить, ковер пропылесосить. Так, у нас сейчас сорвался звоночек, поэтому, дорогие друзья, перезвоните нам. Кстати, номер прямого эфира 8 800 333 1706. Вот. И также оставляйте комментарии. Ну вот смотрите, возвращаясь к тому, что Анна рассказала, да, про хаски-центр, а именно к ее словам, реально вышли из вольера умиротворенные. И дальше Роза тоже написала, у меня старший сын благодаря собаке начал разговаривать. Я хочу вам задать вопрос. В итоге канистерапия, то есть терапия с помощью животных. Как именно она помогает человеку? Ну, она помогает человеку очень хорошо. Особенно она помогает детям, которые и взрослым пережили стрессы, у которых есть проблема со здоровьем, в частности. Это неврозы, это артериальное давление. Существуют определенные программы, есть определенные центры, когда вот приводят туда ребенка или приходит взрослый человек, и есть такие обученные собаки, и в общении с этими животными вот человек, он получает определенную терапию. Он гладит это животное, он играет с этим животным. Вот, понимаешь, ведь с ребенком, так, не с ребенком, а с человеком так не поиграешь. Вот с каким-то вот. Или не погладишь, да, хотя можно представить, да, нет, а это животные. И вот постепенно такие животные вытаскивают человека вот из того кокона проблем или из того состояния, в котором он находится, на поверхность. То есть человек постепенно начинает выбираться, он постепенно начинает доверять этому миру, он постепенно успокаивается, и он выходит. И тогда с этим человеком уже можно дальше работать. Понимаешь? Удивительно. Мне кажется, никто, кроме животных, такими свойствами не был. Ну, вот в дельфинарии есть такие процедуры. Вот да? Против дельфинария я всеми руками и ногами, поэтому... Ты была в дельфинарии? Я была в дельфинарии, я против дельфинария по одной простой причине. Жалко. Это не кошки, не собаки, там действительно проходят ужасные вещи. В каком плане? Дельфины в день должны проплывать, ну, порядка 50-70 километров. Они не могут этого проплыть в условиях дельфинария, каким бы большим он ни был. Вследствие чего у них развивается гиподинамия, то есть у них там, получается, медленная циркуляция крови. Они умирают в течение 6 лет. На природе они могут прожить до 30, до 50. Друзья, это ужасно, заточать действительно диких животных, которые не существовали с человеком рука об руку, лапа об руку, скажем так, в течение столетий. А животные, которые вообще к человеку не имеют никакого отношения, у которых мозг по развитости где-то уровня 4-летнего ребенка. Заточать этих животных именно потому, что они не могут вам ответить, хотя есть дельфины, которые убивали своих инструкторов, утопляли их. Заточать их в дельфинариуме и потом еще и заставлять заниматься — это ужасно. А знаете еще, почему дельфины, касатки и остальные делают все эти трюки? Единственное, что заставляет дельфина это делать, это голод. Потому что если дельфин будет сытый, ему не нужно делать какие-то упражнения, чтобы получить бонусную какую-то еду. Это ужасно, я считаю. Ну, Эльвира высказала свою точку зрения в отношении дельфинов, вернее, дельфинотерапии, так ее назовем. Ну, естественно, что есть... Кстати, какая там дельфинотерапия? Если только поплавать с дельфином, ну... Хорошо, допустим, может это помочь человеку. Ну, а посидеть на концерте, в кавычках, посмотреть, как там касатки прыгают? Нет, я не очень люблю это. Я не очень люблю зоопарки и всевозможные аквариумы. Вот, конечно, хочется соприкоснуться с живым миром, но мне лучше через хороший телевизор посмотреть National Geographic, потому что это гораздо лучше. И все-таки животное в естественной природе, оно смотрится совершенно по-другому. Я был в Кении на сафари, я наблюдал в национальных парках, как животные там гуляют, как жирафы, в свободе, львы, крокодилы и так далее. Это неподражаемое, неповторимое ощущение, которое можно видеть. И все-таки, когда в клетке ты видишь животное, любое, это все-таки жалкое достаточно состояние. Я поэтому не люблю зоопарки. Я вот ради детей сходил в московский зоопарк, чтобы показать им, да, что вот существуют вот такие-такие. Но моя мечта — поехать все-таки на сафари, накопить денег, поехать в Кению или в какую-то страну африканскую на сафари, чтобы детям в открытой природе показать. Вот это жираф, вот это лев. Например, в той же Кении есть жираф-центр, и там они берут из саванны больных жирафов, лечат их там какой-то промежуток времени, потом отпускают на свободу. И там есть особый аттракцион — это кормление жирафов. То есть там работник по ведру стучит, они приходят, и вы не представляете, какой длинный, какой своеобразный язык у жирафа. То есть там можно взять какой-то, не знаю, кусок хлеба и вот в зубы зажать, и он так языком как-то прям петлей такой раз и забирает у тебя. Я кормил из рук, потому что что-то как-то не хотелось со слюной встретиться. Жирафа, побрезговал уж, друзья, простите меня, я немного брезгливый товарищ, но это удивительно, кстати говоря. Ну вот, возвращаясь к собакотерапии, существует различия в деятельности с собаками. Есть пассивная, есть активная. Вот за собаками можно наблюдать. Это пассивная деятельность, когда вот приводите ребенка, взрослого, и вот он наблюдает, как собака резвится. Это может быть там бригада собак, там есть, может быть, у нее там она с маленькими щенятами. Вот, и человек наблюдает, да, за всем этим, да, как этот процесс происходит. Процесс кормления, процесс там общение с другими. И, конечно же, активные. Это когда на руки, это когда ты гуляешь с ней, это когда ты кидаешь ей палку, это когда ты ее кормишь, это когда она сопровождает тебя. И вот всевозможные активити, связанные с собаками. Я встречалась с инструктором именно вот канистерапии. И даже в одной из наших передач, у наших коллег, в передаче «Герой нашего города» был этот инструктор, и впервые в студии здесь у нас собака сидела. Тоже. Ух. Да, было такое. И собака была породы бигль, вот мы тоже общались, как собаки не реагируют, они же все-таки животные, а дети, ну, иногда нечаянно могут сделать собаке там больно, да, ну, нечаянно, там, потянул, ущипнул, еще что-то. В итоге он рассказывал, как тренирует этих собак, то, что их там в разные стороны там тянут, еще что-то. Ну, не больно делать, в смысле, а чтобы собаки привыкли к таким жестам. И вот он поставил эту, как же ее звали, Физи, по-моему, эту собаку на стол там у нас в гостевой, и мы тянули ее за ухо, за лапу, за заднюю, так по диагонали. Она стояла, просто спокойно смотрела, облизывала нам руки. Но это интересный опыт. Да, это интересный опыт, потому что ведь, ну, представьте, что человек пережил в своей жизни какой-то стресс, насилие, и вот ему нужно помочь. И ведь поймите, что не всегда психолог посредством общения, посредством беседы, посредством слов может помочь человеку. Потому что он тоже человек? Потому что он тоже человек, и потому что вот бывает так, что когда у человека его восприятие слов, восприятие речи чужого человека, у него как бы вот, ну, как блок стоит на это, и он не впитывает речь. Вот вы ему что-то говорите, вы пытаетесь что-то из него достать, вы пытаетесь как-то проанализировать вообще, что с человеком происходит. Он не реагирует на вас. Он закрыт абсолютно. И вот здесь как раз собакотерапия очень полезна. И вот это, конечно, такие тяжелые случаи. И вот было бы здорово, если бы такого человека вот уже приводить к хорошему специалисту, к обученной собаке, которая поможет ему возвращаться в жизнь. Это при потере близких такое бывает. Вот представляете, там в автокатастрофе или в авиакатастрофе погибают люди. А как вернуть такого человека? Это очень непросто. А в таких случаях что вы посоветуете? Завести свою собаку, учитывая вот то, что мы говорили, да, в начале передачи? Или просто ходить в приют какие-то помогать, или на канистерапию конкретно? Ну, я думаю, что если у человека есть какие-то проблемы, опять нужно с хорошим психологом встретиться и посоветоваться с ним. Но если вы одинокий человек, если вы испытываете стресс на работе, если вы, ну, как-то ваша жизнь, она достаточно скучна и однообразна, вы хотите о ком-то заботиться, заведите себе, конечно же, собачку. Заведите себе собаку, но поймите, что для этого нужно время, и вам нужно хорошо подумать, какую собаку завести, и как вы будете ухаживать за ней. Да? Конечно, она будет дарить вам любовь, она будет дарить вам заботу, она будет верным другом, это все понятно. Но как вы, это с кормлением, с выгулом нужно все это подумать. Нужно хорошо подготовиться к этому. Понимаете, вот просто так не нужно брать. Но если что-то, вот ваш родственник или вы находитесь в состоянии невроза и так далее, нужно найти такой центр, прийти туда, проконсультироваться и, возможно, пройти несколько курсов такой терапии. Сердцу не прикажешь, так народ говорит. Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные, и подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео. Итак, друзья, канистерапия, помощь четвероногого друга. Вот такая необычная для «Формулы семьи» сегодня тема, потому что мы говорим обычно про семейные отношения, про отношения человека и человека. А вот животное, в нашем понимании домашнее, это тоже такой некий член семьи, который требует внимания, требует отдельного разговора о нем. Чем он может помочь? Для чего он нужен человеку? Вот об этом сегодня речь. Ну и так, друзья, давайте по порядку мы начнем перечислять все плюсы, все дивиденды, все позитивные моменты этой терапии. И вообще, когда в вашей жизни появляется еще кто-то, о ком вы будете заботиться, это очень здорово. И вообще сама семья, вот сам рисунок семьи, внутренние составляющие семьи. Что это такое? Это когда один заботится о другом. И это очень здорово. И поймите, что когда, если вы заводите себе питомца, это не значит, что вы будете только вот, вкладываться в этого питомца. Поймите, что питомец он будет вам тоже давать свою любовь, свою теплоту и так далее. Я вот знаю, что у моей соведущей Эльвиры есть кот там какой-то, да, шикарный. Да. Шикарный кот, такой пушистый и так далее. Вот я сейчас вот сказал, да, рыжий. И я думаю, что, может быть, Эльвира красит волосы в честь этого кота. Я же не знаю. Может быть, оно и так. Котик появился у меня очень спонтанно. У нас была когда-то кошка, вот, и потом она переехала в деревню к бабушке. Ну, так решили, что все-таки дома ей было не очень хорошо. Она у нас сбегала постоянно. Мы жили на первом этаже, она сбегала у нас гулять. Вот, и вечером ее с фонариками искали, находили, она возвращалась. Ну, было понятно, что ей хочется жить на воле. А этот котик появился очень спонтанно. В семье наших знакомых, значит, кошка родила несколько котят. Там были очень маленькие дети, 2-3 года. Они еще, может быть, даже не понимали, что это такое. Вот. Ну, в общем, моего котика пытались смыть в унитаз. И засунули в стиральную машинку, только при этом ее еще и включили. Вовремя заметили, там барабан еще не успел крутиться. В общем, мамина подруга сказала: забери, пожалуйста. И вот так мое чудо появилось у меня дома. Я его очень люблю, ему уже сколько? 12 лет. Ну, вот вы представляете, то есть вот обратите внимание, что до начала эфира это была одна Эльвира. Когда мы вспомнили про котика сейчас, друзья мои, сейчас вот ровно через 23 минуты все преобразилось в этой студии. Это совершенно другой человек со мной разговаривает. Это появился блеск в глазах, это улыбка, это совершенно более мягкие движения, это какая-то домашность появилась. И вот представляете, вот сколько этот кот самостийный, абсолютно рыжий, дает приятности Эльвире. И вот она уже на расстоянии, да, сейчас находится от него, но она, вот вспоминая его, совершенно обретает вот это вот состояние какого-то определенного мира, покоя, тепла внутри самой себя. Вот я вам свидетельствую об этом, друзья мои. Ну, итак, первое, для чего нам нужен друг, для чего нам нужна собаченция, собачка. Что она делает? Во-первых, она нормализует состояние человека, то есть она оказывает благотворное влияние на человека. Вот я уже сегодня сказал, вот в кризисное какое-то, когда кризис бывает, вот на работе, она помогает расслабиться, успокоить, снижает чувство одиночества. Вот эти вот глаза, вот вы открываете дверь, вы идете, не знаю, вы проехали в метро, на электричке, где-то вы ехали, вот приходите, вы щелкаете замком, и это чудо, вот так вот оно сидит и смотрит, и ждет, когда вы встретитесь с ним взглядом. Прыгает и радуется вообще до упоения вас. И вы понимаете, что вот есть кто-то, кто вас ждет. А ведь это очень здорово, когда есть в жизни кто-то, кто тебя ждет по-настоящему. Это во-первых. Во-вторых, ну, что еще может сделать собака в нашей жизни? Она помогает нам социализироваться, как ни странно. Представляете? И ведь животное, оно стимулирует людей к общению с друг другом. То есть, ведь посмотрите, что я бы даже не знаю, о чем с Эльвирой говорить, если бы не кот по кличке Барон, представляете? То есть появляется общая тема для разговоров. И вообще, когда собираются кошатники, собачники, когда собираются люди, у которых есть питомцы, это совершенно, как вам сказать, это вот как мамашки с своими детьми, это совершенно интересное сообщество, где делятся рецептами какими-то, вот, а у моего вот это, то 5-10, кормы, не кормы, там что-то. И это же здорово. То есть человек социализируется в определенное общество. И вот даже вы идете гулять, да, и вы можете там стоять, пока ваша собаченция бегает с палкой. Ну, бывают, конечно, неприятные случаи, когда собаки начинают грызть друг друга. Но это не так часто случается. Но... Помните, какой же это мультик был диснейский? «Леди и бродяга», нет? Где там... Или «101 далматинец», где там гуляли-гуляли парень с собакой и девушка с собакой, и тут собаки решили их между собой свести. Да. Вот какой-то из этих мультиков? Не помню, какой мультик, но вот, так оно и происходит, потому что это общее дело, да, это общность появляется между людьми. И это здорово на самом деле. Тем более в наш век индивидуализма и одиночества, особенно в мегаполисах, особенно в городах, то не с кем особенно поговорить и остановиться. А вот собака является той причиной, посредством которой мы можем остановиться и поговорить или спросить у человека что-то. А где вы ошейник такой красивый купили? И, а где вы, там, я не знаю, что там? Что вы? Такое самое популярное, платьице. Знаете, что будет просьба погладить, конечно. Если у вас есть собака, все, кто любит эту породу, или особенно дети, они будут лезть ручками, ой, я можно погладить. Если это не бультерьер, то, конечно, да, это само собой разумеющееся. Дети любят гладить собак. Вот мои, они что-то побаиваются собак, но моя жена их напугала. Но... Естественно, дети привыкают со временем, и потом они начинают гладить. А вообще, когда собака играет с ребенком, это удивительно. Но опять, друзья, надо собаку обучать. Надо собаку воспитывать. У нас вопрос есть по поводу детей. Кристина спрашивает, почему многие дети мечтают о собаке? Ну, потому что так вот мы устроены, что ребенок о чем-то должен заботиться и о ком-то. А почему именно о собаке? Ведь действительно большинство детей собаку хотят. Ну, собак, потому что это очень распространено. Ведь что ребенок видит, то ему и приходит в голову. Конечно, мини-пига можно завести, но это не так распространено в нашей стране, понимаете? Хотя где-то это делают. Но собака — это человек, собаки друг, это знают все вокруг. Это Простоквашино про собаку, про кота. Это мультики. Карлсон, помните? Это Карлсон, да, про щенка. То есть обратите внимание, что ведь такая добрая пропаганда этой идеи, которая как-то в обществе муссируется, естественно, влияет на ребенка. Ребенок же видит, с собаками гуляют, и ему хочется идентифицировать, быть похожим на кого-то. Да? Вот у них есть собака, и там хорошо. И это же друг, ведь мы же говорим, что собака — это друг. А какому ребенку не хочется иметь друзей? Евгений нас тут комментирует, что скажете про черепах. Ой, черепах. У моих родственников есть черепаха, ее зовут Череп. И она просыпается, когда там снег только сходит, в Самарской области, в Самаре живет эта черепаха. Кстати говоря, есть черепаха, которая гоняет, там есть собака, кошка в этой семье, она всех гоняет, она главная в семье. Этот он, по-моему, я не определили, но говорят, что он. Я за. И вообще я за то, чтобы питомцы были. И если особенно есть профицит времени, если есть какие-то сложности, то заведите себе животинушку. Пусть это будет черепаха. Вы можете ее панцирь раскрасить в разные цвета, например, нетоксичной краской какой-то, еще что-либо. И черепахи тоже отзываются. Они тоже, имеют определенный такой психологический эффект положительный на человека. Есть еще у нас два комментария. Значит, Екатерина пишет. Здравствуйте. Может, вопрос немного не по теме. Мы переехали с семьей в другой город. Собаку взять не смогли с собой. Квартира съемная, и сейчас расстояние между ними и собакой 1300 километров. Все-таки хотим привезти. Возраст у собаки 7 лет. Как его подготовить? Выдержит ли он? Наверное, вопрос не совсем... Я, конечно, не зоопсихолог. Но собаку не надо. Вам нужно ее вернуть. Потому что самый большой стресс — это ваш уезд, а не то, что приспособится она или нет. Конечно, собака будет скучать по этому месту, она будет привыкать к запахам, естественно, к новому месту. Это все. Но самое главное для нее — это хозяин. Вот когда хозяин исчезает, это самая ужасная трагедия, которая может быть у собаки. Поэтому как можно скорее постарайтесь ее вернуть обратно к себе. Так, и Лев пишет, интересный случай. Вот вы сказали, что собака помогает людям социализироваться. Лев пишет, как его знакомая с собаками оказалась десоциализированной. Угу. У нее 4 хаски, и она вынуждена проводить с ними круглые сутки. Не может оставить их надолго, потому что одна из собак болеет и не может выехать даже в церковь. Вот. Ну, поймите, ведь собаки тоже, они как дети, 4 хаски. Это же не одна собачка. Скажем так, я знаю, на что способна и что требует одна собака породы хаски. Тут надо понимать, хватит ли у вас сил. Да, я сегодня говорил, друзья, что мы должны очень четко понимать, какого питомца мы завозим. И Эльвира, она уже про хаски, по всей видимости, все изучила. Я просто их очень люблю, но не могу завести. Она их очень любит. Вот 25, сколько там километров нужно пробегать? 15 минимум. 15 минимум километров, вы понимаете. И по всей видимости, что если собака не бегает столько, если она столько не гуляет, она и болеет. Ну а как, куда она, эта девушка, женщина, денет эту собаку, если она одна? Естественно, что нужно соизмерять свои силы. Все-таки одна хаска — это не 4 хаски. Естественно, что их нужно кормить и зарабатывать и так далее. Она погружена в эту заботу. Но это не десоциализация, это, наверное, это по-другому я бы назвал, потому что, естественно, когда твой ребенок, питомец, болеет, ты, наверное, сделаешь все возможное для того, чтобы оказать помощь своему близкому другу. Ну и может быть... Я бы попросил бы вас помочь, да, этой девушке, предложить ей помощь, она нуждается в этой помощи, а не то, что вот с какой-то позиции созерцателя сказать, знаешь, вот твоя собака, вот она тебя в церковь не пускает, вообще ты сейчас вот все на ней... это будет обидно для нее, мне кажется. Она помощи нуждается, а не в нашем таком осуждающем комментарии. Елена пишет нам, как перевоспитать лабрадора, жить в вольере, а не в доме. Друзья, такие специализированные вопросы. Мои хорошие, вот поймите, как вот представляете, вы были дворянкой, вы жили в дворце, у вас была прислуга, и вдруг вы стали крестьянкой. Как вас перевоспитать? Это же целый процесс перевоспитания. Поймите, что лабрадор привык, лабрадор собака добродушная, она такая, у него одна мордаша, последние гроши отдашь, она так вот посмотрит. Да, лабрадор. И вы вольер, он скучает, он не может там, ему скучно, ему нужно общение, он же постоянно с людьми, ему где-то надо шататься и так далее. У него же он привычное место и так далее. Поэтому это очень сложный процесс, но лучше всего, конечно, обратиться к специалисту, к тренеру, к собак, который вам подскажет. С людьми лучше, шататься что сделать. Вы, конечно. Он да, сидишь в кресле, он шатается, туда пройдет, сюда пройдет. Собаки не имеют такой шатательный процесс у них есть такой. Мне очень нравится этот шатательный процесс. Они, по-моему, лучшая порода для помощи людям с ограничениями со зрением, да? Собака-поводырь ее еще называют. И поэтому лабрадор очень-очень хорошая собака. А что вы ее, почему вы ее списали на вольер? Что случилось? Что она у вас там? От нее шерсти много или что? Или она у вас там всю мебель погрызла? Зачем вы ее вольером-то наказали? Напишите нам, пожалуйста. Друзья, сегодня говорим про канистерапию. Приятная тема. Говорим про домашних животных. Напишите нам, какое домашнее животное есть у вас, или, может быть, какое ваше любимое, и вы хотели бы завести. Будет интересно посмотреть на статистику наших слушателей. Тут несколько сообщений было, что женщины в основном писали, что любят больше котиков и кошек, чем собак. Но мы сегодня про канистерапию, про терапию с помощью собак. Потому что собаки, они требуют большего движения. Аргумент. Конечно. Аргумент, и следующая полезность собак — это влияние на мотивацию людей, потому что собака мотивирует выходить и в дождь, и в снег, гулять с ней в 5 часов, потому что ты не хочешь, чтобы была лужа или куча, и ты идешь как миленький утром гулять, выходной, не проходной, Новый год, не Новый год, ты идешь и гуляешь, дышишь свежим воздухом, и гиподинамии как не бывало. Поэтому собака имеет эти мотивировки, постепенно ты втягиваешься в этот процесс. Но для многих эта мотивация как раз не заводить собаку. Для многих мотивация. А есть люди, которые завели, и они встают, и они втянулись в это. И для них это уже все. Они в этом процессе. Это то же самое. Мы сегодня рассуждали как по поводу спорта и по поводу бега по утрам и как-то приведение себя в порядок, друзья мои. В понедельник мы начинаем, во вторник мы заканчиваем. Это, конечно, тяжело включиться в этот процесс, но постепенно человек включается в этот процесс, и собака является хорошим мотиватором, чтобы вы хотя бы совершали прогулки или хотя бы чуть-чуть бегали где-то там в лесочке, в парке в каком-то, по каким-то дорожкам, для того, чтобы вы были еще более здоровее, чтобы ваше здоровье улучшилось, и чтобы вы прожили дольше и счастливее эту жизнь. Да, слушатели пишут про разные проблемы у своих питомцев, там, кровотечение, еще что-то. Друзья, обращайтесь к ветеринарам. Ветеринарных клиник очень много по Москве. Есть даже бесплатные московские клиники. Не ждите, когда вашему питомцу станет плохо. Ну, конечно, это не дешевое удовольствие, мы тоже должны это понимать, но это мера нашей ответственности за нашего питомца, и поэтому, конечно же, нужно обращаться в специализированные клиники, чтобы вовремя помочь, и хороший и профилактический еще осмотр. Это вот вы приходите, проходите диспансеризацию, чтобы все потом было хорошо. Какие еще есть плюсы, пользы от канистерапии? Следующий плюс и польза — это успокоение и мобилизация внимания. Вот эти, когда собака помогает нам концентрироваться именно на чем-то важном в нашей жизни, да, когда она помогает нам уменьшать нашу агрессию, когда она повышает стрессовую устойчивость. И это важно, потому что вот это вот такой некий успокоитель. Это не как мятный чай, это не как препарат, который успокаивает нас. Но собака, она снижает наш вот уровень раздражительности. Она снижает наши вот это вот, как вам сказать, вот это вот наши реакции на ближних наших. И тем самым мы находимся больше в состоянии покоя и в состоянии мира. Все-таки, когда мы прогулялись с собакой часочек-другой, когда мы подумали о жизни, когда мы, может быть, вспомнили любимые стихи, чуть-чуть промокли под дождем, и мы успокоились. То есть мы пробежали ту или иную проблему, которая была в нашей жизни. У нас есть очень забавное сообщение от Константина. Константин придерживается, видимо, традиционных взглядов в семье. Вот что он пишет. Женщинам собаку вообще нельзя заводить. Не ваше это животное. Команду должен мужчина давать, а не женщина. Иначе в личной жизни семья не сложится. Ну, забавное сообщение, правда. Ну, наверное, есть какие-то наблюдения, может быть. Не знаю. Что-то там... Я просто не понимаю, зачем в этом сообщении сравнивается, извините, собака с мужем? Ну, так же нельзя. На собаке ты даешь команды, собакой ты управляешь, не человеком же. Переключалка должна работать. Я думаю, что здесь радиослушатель, он так написал это сообщение с такой иронией. Вот, конечно, перекосы, конечно, бывают. Бывают в семьях, когда собака становится главой семьи. Вот, и что собака хочет, и все вокруг собаки крутится и так далее. Это может быть с ребенком. Это же перекосы. Мы сейчас о перекосах не говорим, друзья мои. Естественно, что вот из всего хорошего мы можем делать что-то плохое. Вот одно, ведь мы можем авторучкой писать красивые слова, мы можем авторучкой писать плохие слова. То есть из всего хорошего мы можем сделать что-то плохое. Естественно, это есть. И поэтому о перекосах мы не говорим сегодня. И случается, когда муж сравнивается с собакой, когда жена сравнивается с собакой или с каким-то другим животным. Это не очень корректно и не очень полезно. Лучше сравнивать жену с самой собой, а не с кем-то, даже из какой-то другой женщины. Это полезнее, это намного эффективнее. А если вы его будете сравнивать с животными, свою жену там со змеей или с коброй, или с кем-то еще, то я думаю, что ничего хорошего из этого у вас не получится. И еще у нас есть вопрос. Скажите, если человек не очень хорошо относится к домашним животным, коротко говоря, не уважает их, значит ли это, что он плохой человек? У меня тоже есть знакомая, она на дух не переносит домашних животных. Она говорит, пожалуйста, в своих квартирах, в дикой природе, в моем доме никогда не будет никакого животного. То есть ни собаки, ни кошки, ни хомяка, ни черепахи, ни рыбок даже безобидных, которые даже звуки издавать практически не могут. Есть причины. Как всегда, у всего есть причины. Я не знаю, почему ваша знакомая такая категорично относится к животным, но существуют какие-то причины. По всей видимости, была какая-то ситуация, это была какая-то история, связанная с животным. И даже, может быть, не конкретно с самим животным. Возможно, это фильм. Ну, например, был такой фильм «Белый бим, черное ухо», когда практически вся страна рыдала, когда этот фильм прошел. Это очень такой, ну, тяжелый фильм, когда там собака, она идет за хозяином, она в конце концов погибает. Там так вот сценарий этого фильма нет бы вот хэппи-энд. Ну, там вот все как-то плохо заканчивается, и поэтому очень грустно. И, возможно, человек вот посмотрит такой фильм и скажет: не, вот такие страдания, на такие страдания я не готов или не готов. Поэтому есть какая-то история. И я бы не сказал однозначно, друзья, что если человек не любит вот животных, ну, что не любит? Ну, это он не берет их на руки или он не держит их дома. Ну, почему? Я, как вам сказать, вот я люблю крокодилов смотреть по телевизору, но я не хотел бы, чтобы у меня крокодил жил дома. И вот можно ли сказать, что Юрий Пожидаев не любит животных? Ну, наверное, нет. Если мы все-таки в контексте домашних животных говорим, ну, и у некоторых это не домашние животные. У некоторых есть крокодил, у некоторых есть змеи. Ну, пауки. Давайте мы не будем об этом. Ну, если мы говорим про собаку, вот я привел пример с фильмом, то есть какая-то история. И я не сказал бы однозначно, если человек, он их не хочет, чтобы они были дома, еще что-либо, нельзя сказать, что человек плохой. Абсолютно нет. Нельзя однозначно, нужно знать. Ну, хотя есть люди, которые любят животных, они любят людей. Есть, это тоже своего рода другой конец палки. Это другой конец палки. Они любят животных, и они если что-то вы прикоснулись к животному, вы можете палкой по голове получить за этого животного, и для них важнее животные, чем люди, это тоже определенные перекосы. Поэтому сказать, что такой человек хороший, да нет. Поэтому однозначно нельзя это говорить. Нужно знать ситуацию и вообще, что с человеком произошло, происходит, и почему он так считает. Нам все еще продолжают приходить сообщения, что делать, если у кота выпадает шерсть или кровотечение. Питание смените. Не, подождите, друзья. Питание. Одна из больших проблем, друзья мои, это питание, потому что питание — это всевозможные кормы, которыми мы кормим наших животных, из-за этого происходит очень многое. Я все-таки советую обращаться к ветеринару, потому что мы тут не ветеринары. Конечно же, ветеринар. Так, у нас не так много времени остается. Говорим про канистерапию. Есть ли еще что-то из положительных моментов? Да, конечно, есть еще что-то из положительных моментов. И дело в том, что при канистерапии происходит поддержка людей с неизлечимыми заболеваниями. То есть, когда животное рядом с человеком, который болен каким-то очень серьезным, сильным недугом. Да, и это помогает человеку бороться с этим недугом или скрашивать его состояние, такое очень непростое и очень тяжелое. И вот это влияние безмолвного преданного животного, оно помогает людям управлять своими чувствами, справляться со страхом, с отчаянием, с одиночеством. И это очень важно и нужно, потому что, ведь понимаете, что все-таки этот человек, он может даже собаке рассказать все то, что у него есть на сердце. Выговориться. Он не может это сказать близким, например, людям. И вот в таких ситуациях собака играет очень громадную роль, друзья. Поэтому это здорово, когда есть такой домашний питомец. Я же правильно поняла, исходя из нашего эфира, сейчас мы будем приближаться к концу и делать такое обобщение. Четвероногий питомец, собака или кошка, или любой другой питомец, которого человек просто любит, он оказывает такую психологическую поддержку, которую не может больше оказать никто другой. Ни человек, ни специалист, ни еще кто-то. Это даже не всегда возможно уловить, описать словами или конкретно сказать, что вот этот результат был достигнут благодаря животному. Но в целом это огромное положительное влияние имеет. Да, абсолютно. Ты права. И животные, в частности собаки, имеют колоссальное влияние на людей с разными недугами, с разными трудностями, проблемами. И то, что не может сделать человек, может сделать собака, в частности. И это правда. Прервемся сейчас на небольшую заставочку и продолжим. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же ее не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире. Да, сразу отвечаем в эфире. У вас осталось буквально 3 минуты, чтобы задать какие-то еще вопросы относительно канистерапии и просто терапии четвероногих друзей. Вот, пишите комментарии в трансляции, присылайте нам на сайт, а мы продолжаем наш эфир. Итак, друзья, еще плюсы, позитивные моменты, почему собакотерапия нужна, важна, чтобы вы понимали и знали. Конечно же, поддержка людей с ограниченными возможностями. Я про лабрадоров сказала, да, про лабрадоров, но не только они. Сказала Эльвира, но это могут быть слабовидящие люди, это могут люди, которые сидят дома в колясках, в инвалидных, которые имеют ограничения в движении. И собаки в этом очень, очень помогают, в частности. У меня есть знакомая в Самаре, она с 18 лет сидит в коляске, у нее перелом позвоночника, и, ну, у нее, правда, не собака, у нее дома 2 попугая. Вот. И она, это уже, по-моему, или 4-й, или 5-й попугай за ее вот, жизнь, когда она их заводит. И она их постоянно учит разговаривать. И у нее это получается. То есть у них там такие милые какие-то беседы, если это можно назвать беседами, происходят. Она очень заботится, они там ее не боятся, садятся на голову. Я думаю, что они приносят колоссальный эффект для нее, потому что все-таки, если человек ездит на коляске, то собака иногда может доставлять... не так просто за ней ухаживать. Но вот птички, да, что бы мы ни говорили, но вот дают этот эффект. А тем более собака, если ребенок инвалид, если присутствует в доме, если он живет, вот собачка будет рядом с ним. То есть ее можно обучить определенным навыкам, когда она может что-то приносить, например, тапочек или что-то еще, там какую-то ручку. У меня друг кота научил мячик приносить. Вот кота-мячик, это кота научить приносить мячик. Это дорогого носит. Это дорогого стоит, друзья. И последнее, плюс, да, это помощь людям, страдающим психологическими заболеваниями. Вот присутствие животных и собак может благотворно влиять на церебральный паралич, на аутизм, на гиперактивность, на болезнь Альцгеймера, понимаете? И это присутствие собак. И вот люди, страдающие таким недугом, конечно, они нуждаются вот именно в такой терапии, потому что вот мы чаще всего надеемся на медикаменты, а нет, есть еще вот и собакотерапия. Вот поэтому мы сегодня говорим о собакотерапии, может быть, о забытом старом. Вот как-то мы больше верим в такую медицину, которая вот таблетки, вот это, химия определенная. А вот есть еще други наши меньшие, которые рядом с нами, которых можно обучить, можно найти такой центр, можно, понимаете, не обязательно завести собаку, можно приходить в такой центр и общаться с собакой, можно вот поиграть с ней, погулять с ней. Есть собаки, которые настроены добродушно на разных людей, и вы будете получать удивительные эффекты, вы будете получать удивительное умиротворение. И поэтому, друзья мои, мы заканчиваем, и мы верим, что у вас все будет хорошо. Друзья, с вами была передача «Формула семьи». Мы выходим каждый будний день в 14:00. Услышимся уже на следующей неделе. Поэтому я желаю вам хороших выходных. Постарайтесь за эти выходные попробовать наладить контакт с домашним животным каким-нибудь, если вдруг у вас его нет. Я думаю, вам это понравится. Все, всем пока. До свидания. Хитростями